Всем привет, любители Ютуба! Добро пожаловать на мой топ-5 самых ужасных мобов в Майнкрафте. Не забываем ставить лайк, а также подписываться на мой канал. Топ выбирал не сам, то есть не располагал лично я по местам, а решали вы. И то голосование проходило в группе ВКонтакте. А так, ребята, всем приятного просмотра! Открывает наш топ паук. Это создание очень быстро может вас убить. Глаза паука сияют красным цветом, что позволяет легко его увидеть в темноте. Но это вас не спасет. В отличие от зомби, крипера и скелета, паук легко может забраться высотой в 2 блока. Он очень надоедает своими прыжками в бою. Паук занимает 5-е место. На 4-м месте расположился моб из края, Эндерман. Он очень популярен своей телепортацией и кражей блоков. Этот моб является нейтральным, но если, конечно же, вы посмотрите на него и плюс еще ударите, то вам будет не сдобровать. У этого моба 50 хп, не как у обычного игрока или другого Стива какого-нибудь. А еще некоторые считают, что Эндерман является конкурентом всем известного моба Крипера. Эндерман занимает 4-е место. Бронзу получает скелет. Да, это та самая, извините за выражение, херня, которую тяжело убить ночью. Поодиночке скелеты не опасны, но если вы увидели толпу этих тварей, готовьтесь убегать. Вообще, он первый врожденный моб в Майнкрафте. Кстати, скелеты являются другом паука. Самый наглый и самый шумный моб – Крипер. Они очень любят взрывать ваши дома, шипеть и даже убивать вас вместе с уничтожением ваших вещей. Если хотите уберечь свой пукан от огня, то советую как можно быть подальше от этих красивеньких и миленьких мобов с такой вот ужасной мордочкой. Вообще его цвет зеленый, и на самом деле я ненавижу криперов больше всего, потому что когда я хожу домой, иногда я забываю закрывать двери, и они приходят и все к чертям взрывают у меня. Но вы решили то, что этот моб будет стоять на 2-м месте. Я думаю, он достоин этого места. А мы приступаем к фавориту. Фаворитом является Ифрит. Очень опасный моб, который обитает в нижнем мире, то бишь в аду. Выглядит он, как летающая голова, окруженными золотыми стержнями и дымом. Ифрит – это очень опасное существо, которое стреляет огнем. Делает он это издалека, поэтому, чтобы его победить, вам понадобится лук. Вот и закончился наш топ. Мы подвели все итоги и победил Ифрит. 2-е место занял Крипер, а 3-е место получает Скелет. Ну, конечно же, без Эндермена и Паука нам не обойтись. Эндермен 4-е место, Паук 5-е место. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Рычик. Всем удачи, всем пока.